индустрии, где вообще никто не мог никогда выиграть ни один суд, наконец-то в марте этого года компания Range Rover отстояла. Против вот этой компании китайской Landwind. Очень интересно все это, как это все происходило. Значит, в 2014 году Range Rover представляет на выставке свой вот этот прекрасный, значит, автомобиль, не патентуя, не подав патентную заявку хотя бы на дизайн автомобиля. Дизайн автомобиля патентуется либо через 3D товарный знак, на сабирный товарный знак, либо через промышленный образец. Они не подали патентную заявку, но выпустили альманах с выставки, были ролики и все. Спустя буквально какое-то короткое время они подают в Китай патент на промышленный образец, на дизайн этого автомобиля. Параллельно с ними подает точно такой же дизайн китайская компания Landwind, аннулирует этот патент, потому что Range Rover сначала показал публике свой дизайн, он уже весь разошелся, потом подал патентную заявку, то есть Landwind аннулирует патент Range Rover. Range Rover аннулирует патент Landwind, да, и они начинают в суде доказывать право авторства. Китайцы доказывают, что у нас уникальные штуки, а Range Rover говорит, что нет, вы один в один, значит, как мы. 3 года эти машины продавались просто как горячие пирожки, потому что они были примерно в 2 раза дешевле, чем Land Rover. Самое интересное, что когда начали эту всю судебную процедуру, Landwind просто довел до белого коленя руководство Range Rover, потому что возле своих автосалонов посадили, поставили будку и за $20 еще и меняли шудики. То есть ты выезжаешь на Landwind, платишь $20, тебе снимают все шудики и вешают Range Rover. То есть полное совпадение. И да, 3.5 года длился процесс, первый процесс. И в итоге финальное решение суда было в марте 2019 года. Можете себе представить, сколько было автомобилей продано китайским производителям, просто потому что Range Rover не озаботился патентной охраной, очень они хотели попасть на эту выставку в Шанхае. А что выиграл Range Rover по суду? По суду 1,5 миллиона юаней. Типичный пример, когда решение суда не имеет никакого смысла, потому что коммерческие... Но они больше не смогут производить. Да, они уже и не... А больше и не надо. Они скопируют новую сервисную модель. Подождите, но параллельно там с Гелендвагеном такая же история. Никто не мог выиграть. Део Матис не смог выиграть. Да, и до сих пор. Сейчас идет, все сказали, наконец-то в Китае вот пошла тенденция, что будет запрет вот такого. Так, еще раз вас приглашаю, если интересно, IP-академия, 25% скидка, отправляйте друзьям, это цена билета на 3 дня, уже сказал, достаточно высокая, но вдруг вот для кого-то, может быть, этот промокод пригодится. По любым вопросам, пожалуйста, я вот здесь оставил свои визиточки, пишите нам, вот можно мне, можно на сайт, вот наш общий email, мы обязательно каждый вопрос рассмотрим, ответим. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Сколько у вас в штате людей? А можно еще? 40 человек. Можно еще? 2/3 патентной поверенности. Можно еще раз? Да. Кирилл, вы пожалуйста. Да. Ваше личное мнение, как с Китаем мы будем делать? Очень осторожно. И только сначала. Давай. Выходить нельзя, пока мы не достигнем.